1 сентября вместе со всеми жителями нашего государства военнослужащие Шымкентского гарнизона непосредственно в своих подразделениях организовали просмотр прямого эфира послания главы государства Касым-Жомарта Токаева «Экономический курс справедливого Казахстана». В казармах, культурно-досуговых центрах и на полигонах военнослужащие всех категорий смогли в прямом эфире увидеть важное политическое и программное выступление главы государства. Как и для всех граждан нашего государства, для военнослужащих оно имеет огромное значение, поскольку военнослужащие – это граждане Казахстана, жизнь и служебная деятельность которых неотрывна от судьбы Родины. С особым воодушевлением военнослужащие восприняли поручение главы государства по обеспечению армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Все отзывы военнослужащих после просмотра послания, затронувшие актуальные вопросы социально-экономического развития страны и задачи по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев, вызвали положительный отклик. Ернур Бабиев, Алмазан Абегулы, новости.